Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня я нахожусь в Горном Алтае, на одном из очень мощных мест силы. Сегодня я буду совершать ритуал кормления огня. Это один из самых древнейших ритуалов на планете. Считается, что духи огня будут благосклонны к вам, если вы их покормите хлебом, медом, молоком. Не кормите их алкоголем, не кормите их табаком, не бросайте окурки в огонь, не направляйте острие ножа в огонь. Считается, что это может обидеть духа огня. Для кормления я принес лепешку. 3 кусочка мы кладем в огонь для того, чтобы умилостивить духов огня. Вот так.